С появлением видным торгово-развлекательного центра галереи 918 была благоустроена и территория вокруг. Сначала появился парк, а недавно небольшой детский городок у входа. Здесь установили несколько аттракционов, которые сразу завоевали любовь юных жителей города. Особенно интересен батут банджи, в настоящее время единственный в нашем городе. После снятия ограничительных мер жизнь торгово-развлекательного центра заметно изменилась. Здесь продолжают открываться новые магазины. Теперь за булочками с корицей не нужно идти далеко. У главного входа в галерею появилось кафе-пекарня «Синабон». А перекусив, можно отправиться за покупками. Обувь к 1 сентября легко найти в Котофее, а подобрать чемодан к долгожданному отпуску в «Мистер Сумкин». Я часто сюда хожу, потому что не надо далеко ехать, и при этом тут много разных магазинов, которые мне нравятся. Удобно по месту положению. Здесь собраны все такие магазины, которые можно посетить. Кроп, сенсей, подружка. Все, что нужно для девочки. Рады гостям салоны красоты и барбершоп, открытые в центре. Все они входят в бьюти-кластер 918. После первого визита посетители выглядят привлекательней, а после пятого получают подарок. После самоизоляции хочется ухаживать за собой еще раз. Больше маникюр, педикюр, наводить все процедуры красоты, сделать укладку. Для всех девушек это важно. Я выбираю галерею, мне здесь нравится. Во время пандемии в ресторанном дворике открылся «Макдональдс», который так ждали видновчане. А насладиться любимыми блюдами можно на свежем воздухе. Не так давно галерея 918 открыла летнюю веранду на третьем этаже. Мы на веранде первый раз, в торговом центре уже несколько раз были. Ну, здесь очень классно, современно, молодежно, нам очень здесь нравится, настроение повышается. Такие замечательные цветы сегодня раздают всем посетителям веранды галереи 918. Сейчас это место превратилось в настоящую релакс-зону, где играет диджей и проводится развлекательная программа. Но то, что вас точно удивит, это вид, который открывается отсюда. Веранда быстро стала популярным местом среди гостей торгово-развлекательного центра. Здесь повсюду расставлены цветы, а в вечерние часы можно полюбоваться закатом. Периодически на веранде проводятся программы. Гостей развлекают мимы, а для детей устраивают мастер-класс по поделкам из фетра. Очень интересно организовали. Надеюсь, что в дальнейшем еще будут какие-то такие программы. Были в торговом центре. Вообще очень красиво, удобно и интересно здесь находиться. Как бы необычно для города видное такое место здесь. Да, нам очень сильно нравится. Да, очень. В галерее в прямом смысле можно всей семьей отдохнуть на высоте. Веранда не только место, где есть возможность перекусить, это еще и настоящая фотозона. Ее края безопасно огорожены. Здесь дежурят сотрудники охранной службы центра. Скоро в галерее 918 откроется еще ряд новых магазинов и будут проводиться развлекательные программы. Отдых здесь, считают устроители центра, должен быть комфортным, незабываемым. В общем, чтобы сюда захотелось вернуться вновь. Александра Столярова, Александр Логинов, «Видное ТВ».